Областное радио. Те, кто сейчас в эту секунду слушает радио 54, ребята, ну какие же вы классные. Вот знаешь, ты чувствуешь, да, как они это делают? Да у меня мурашки. Вот они делают что? Так, что правда мурашек. Ты вообще мурашек. Видела, чтобы я пел когда-нибудь? Вот я наконец-то впервые в жизни это увидела, я поняла, какие нужно брать песни на заводи, поехали, тогда ты будешь участвовать. Ребята, это было здорово, а вот когда в жизни у мужчины случается такая вот история, он ее так сильно любит, эту женщину, появившуюся когда-то на ее жизненном пути, и понимает, что никто ее больше так не любит, может быть, всем мужчинам сейчас, таким влюбленным, посвятим хорошую песню, которая о большой, крепкой, светлой, чистой любви. Конечно. В честь 8 марта, как девчонки полюбили не меня, да, может быть, так? Ой, нет, в смысле, нет, ну что, да. Вернее, что никто ее не любит, так как он. Вот это я хотела сказать, да. Может, да, вот так, да? Да, да ладно, ладно. Именно. Да, короче, о любви. О любви продолжим в эту секунду вместе с Дотом Веселуха. Когда ее никто не любит так, как ты. Никто тебя не любит так, как я. Леша, а это текст, да? Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печали? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печали? Ну кто тебе сказал, что нынче осень? Осень и золотые листья на земле. На земле. Ну кто тебе сказал, что ровно в осень? И я не приду, любимая, к тебе. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? Ты делишь печаль. Что? Давай, давай. И вот стою в вагоне у окна. У окна. А за окном чужая сторона. Сторона. И вспомнил я тогда твои глаза. Любимая, хорошая моя. Ну где же ты, ну где же ты, любовь моя? Давайте все вместе. Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? В честь 8 марта, может быть, ну хотя бы чуть-чуть намекнете. Вот где нам точно нужно. Будьте самими собой, мы вас любим, такие, как вы есть, вы каждый индивидуален и неповторим. Молодец, Толя. Ну, в общем, девочки, мы сделали вид, что мы поняли, что они имеют в виду, да? И продолжим, конечно. Черемуха, поехали! Черемуха напирает свет, аромат волнует всех, никого у меня нет. Ах, черемуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки не понизить в окови. Ах, черемуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки.
сердечко милой девушки, не парнишки под кори. Он девчатам нравится, точно, и не скрыть их красоты. И есть одна среди красавица, о, о которой все мечты. Ах, черёчеря, черёмуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки не парнишке покорить. Ах, черёчеря, черёмуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки мне парнишке покорить. Давай! Опа! 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 Эй! Еще, еще! Опа! Отцвела черемуха, ох, отцвела, и ягод много наросло. Мы с милой девушкой уже вдвоем давно. Ах, черёчеря, черёмуха, как тебя благодарить? Помогла хмельным ты воздухом мне сердечко покорить. Ах, черёчеря, черёмуха, как тебя благодарить? Помогла хмельным ты воздухом мне сердечко покорить. Эфире на радио 54. Радио 54. Первое областное радио.